Всем привет! Распускаются новые цветы, и я хочу вам показать. Уже конец июля. Стоит жара, и цветение, конечно, очень бурное. Вот мы видим здесь, как цветут розы, несмотря на то, что мы живем в Сибири, но благодаря вот такой жаре, теплым дням, розы начинают все лучше и лучше цвести. Некоторые даже уже отцвели цветочки. В этом году очень слабенькие георгины. Видимо, теплые слишком дни им не очень-то идут. Особенно засуха. Каждый день их поливаем, и все равно они маленькие, жиденькие, как мы видим. В этом году невысокие. Красная очень яркая, местами цветки очень крупные, смотрится в саду привлекательно. Ну а дальше мы видим цветение уже другим цветом. Украшает сад. Наконец-то распустились флоксы. Они цветут очень пышно, красиво. Про лилии я уже рассказывала и показывала, но вот эта лилия немного другая, другого сорта, тоже очень оригинальная, красивая. Она цветет немного позже. Обратите внимание, как располагаются цветки. Таким огромным букетом. Как будто это букет, а не отдельный цветок. Начинают распускаться гладиолусы. Некоторые даже уже распустились. Один у нас также разных цветов. И желтые, белые, пестрые разнообразные, красные. Малинового цвета даже есть. Очень красивые цветы, подходят для срезки. Можно их ставить прекрасно дома. Очень красиво. Ну и распустились еще вот такие цветочки. Мы их называем розовым букетом. Потому что они так и смотрятся, когда их посеешь, эти быстро вырастают. Смотрится как розовый букет. Каждый год собираем семена осенью, а весной затем сеем прямо в землю, и они у нас так цветут. Посмотрите, какой маленький георгин, просто удивительно. Всегда они у нас высокие, огромные, здесь прямо на удивление низенькие. Thank you.
Итак, цветы нас продолжают радовать. Еще им долго цвести можно. Еще только конец июля. Весь август будут радовать нас цветением и распускаться новые цветы. Ну а мы с вами на этом прощаемся. Всем пока, до новых встреч. Оставайтесь с нами.